не смотри на меня так. Это Оля и Максим. Ты же знаешь, я не смогу. Оля – трудный ребенок. Не смогу как. Она выросла в детдоме, из которого сейчас сбежит. Не смотри на меня. Вскоре она повстречает Максима. Он слепой. Богатый отец держит его дома и контролирует каждый шаг. Меня зовут Оля. То есть теперь ты в бегах? Ну да. Но скоро я отправлюсь в путь полный приключений. А он такой: я хочу поехать с тобой. Они оба молоды и хотят свободы. Максим сбежал. Папа, я не помню, когда я последний раз спал. И я все еще не хочу вернуться обратно. А где твоя мама? Ты никогда не пытался ее найти? Пускай живет своей жизнью. Макс, ты девственник? Просто говорят, что если продержаться до 30, можно стать волшебником.